счастливое утро открывает золотая подкова. Я хочу напомнить, что ровно неделю назад был разыгран суперприз лотереи. Новым лотерейным миллионером стал житель из Башкортостана, который выиграл 5 100 000 рублей. Поздравляем победителя! А я желаю удачи всем участникам сегодняшнего тиража. И с удовольствием мы запускаем лототрон. Начинаем розыгрыш 109-го тиража лотереи «Золотая подкова». Призовой фонд сегодняшнего тиража составляет 19 970 800 рублей. Гарантированный суперприз – 3 миллиона рублей. Итак, мы начинаем розыгрыш первого тура. С первого тура мы начинаем разыгрывать 25 призов по 100 000 рублей. «Золотая подкова» вы сможете ознакомиться на нашем сайте stoloto.ru или на ваших билетах. Прошу, первый шар. 30. 85. 63. 39. Внимание! Следующий ход, пятый. А это значит, что гарантированный суперприз лотереи «Золотая подкова», которая составляет 3 миллиона рублей, может быть разыгран прямо сейчас. Итак, пятый шар. 48. Гарантированный суперприз «Золотой подковы» не разыгран, его призовой фонд переходит в следующий тираж. Продолжаем первый тур. 60. 55. Стоп, игра! В первом туре удача улыбнулась игроку из Ярославской области. Вы выиграли 100 000 рублей. Поздравляем! Поздравляю! Это здорово! Ваш день начался с победы! Во втором туре мы продолжаем разыгрывать призы по 100 000 рублей. Запускаем лототрон. 47. 53. 65. 37. 56. 69. 36. 24. 3. 45. 25. 87. 79. 81. 49. 32. 50. 75. 44. 76. 41. 66. 52. 1. 12. 89. 78. 38. 22. 19.
90. 31. 11. 9. Стоп, игра! Во втором туре выиграли два билета, приобретенные в Свердловской и Иркутской областях. Выигрыш 100 тысяч рублей на каждый выигравший билет. Поздравляю победителей. Поздравляю вас от души. Потратьте эти деньги на свою мечту. В третьем туре мы продолжаем разыгрывать призы по 100 тысяч рублей. Саша, мы запускаем лототрон. Пятьдесят семь. 83. 70. 73. 59. 46. 88. 82. 51. 26. 18. 20. 71. 67. 28. 72. 8. 13. 68. 23. 17. Стоп, игра! В третьем туре выиграл один билет, приобретенный в Нижегородской области. Сегодня у вас счастливое утро. Вы выиграли 100 тысяч рублей. Поздравляю вас от души. Мы продолжаем разыгрывать призы по 100 тысяч рублей. Что ж, мы с удовольствием запускаем лототрон. 14. 74. 2. Игра. Выиграл один билет, приобретенный в Москве. Ваш выигрыш составил 100 тысяч рублей. Поздравляю! Золотая подкова принесла вам удачу. Алекс, скажите, пожалуйста, сколько еще призов нам осталось разыграть? Нам осталось разыграть 20 призов по 100 тысяч рублей. Это замечательная новость. Запускай лототрон. Не будем ждать ни минуты. 40. Стоп, игра. В пятом туре выиграли 4 билета, приобретенные в Санкт-Петербурге, Новосибирской области, Башкортостане и Москве. Выигрыш 100 тысяч рублей на каждый выигравший билет. Мы продолжаем разыгрывать призы по 100 тысяч рублей. Запускаем лототрон. 21. Выиграли 4 билета, приобретенные в Чувашии, Краснодарском крае, Москве и Краснодарском крае вновь. Выигрыш 100 тысяч рублей на каждый выигравший билет. Поздравляем победителей. Поздравляем. Мы продолжаем разыгрывать призы по 100 тысяч рублей. Запускаем лототрон. 16. Выиграли 4 билета, приобретенные в Санкт-Петербурге, Новосибирской области, Москве и Омской области. Выигрыш 100 тысяч рублей на каждый выигравший билет. Поздравляем. Мы продолжаем разыгрывать призы по 100 тысяч рублей. Запускаем лототрон. 86. Выиграли 7 билетов, приобретенных в разных городах России. Выигрыш 100 тысяч рублей на каждый выигравший билет. Поздравляю! Поздравляю! Мы продолжаем разыгрывать призы по 100 тысяч рублей. Запускаем лототрон. 84. Один оставшийся приз в размере 100 тысяч рублей поделили между собой сразу 24 билета. Таким образом, каждый из вас выиграл по 4166 рублей. Поздравляем! Вот это здорово! Поздравляю вас! Сегодня мы разыграли 25 призов по 100 тысяч рублей. А это значит, что нам пора приступать к розыгрышу оставшегося.
стоимости денежного призового фонда. Размер выигрыша вы можете видеть на своих экранах. Запускаем лототрон. 5. 77. 33. 15. 43. 62. 10. 61. 7. 35. 58. 29. 34. 64. 6. 42. 27. Стоп, игра! Это был последний ход 109-го тиража лотереи «Золотая подкова». В лототроне осталось всего три шара. Это номера 4, 54, 80. Их зачеркивать в своих билетах не нужно. Это хорошие приметы. Если их нет в вашем билете, это значит, что ваш билет выиграл! Участники «Золотой подковы», сегодня мы разыграли для вас призов на общую сумму 19 970 800 рублей. Выигравший сегодня 118 390 билетов. Гарантированный суперприз следующего тиража – 3 миллиона рублей. А еще ровно через неделю. В 10-м тираже «Золотой подковы» мы будем разыгрывать для вас 5 загородных домов и крупные денежные призы. А у Домового есть совет для тех, кто мечтает выиграть дом. Лучшее время для празднования новоселья – первые выходные после переезда. Надеюсь, этот совет вам пригодится. А наше счастливое утро продолжит очередной тираж лотереи «Гослото» 4 из 20.